Купец Филатов очень любил выпить и однажды практически пропил все свое состояние. Но сумел вовремя остановиться и на появившиеся деньги заказал архитектору дом в центре Москвы. Ну а в память о своем подвиге попросил поставить на крышу этого дома перевернутую рюмку. Так в народе и повелось. Дом под рюмкой. Кстати, находится он на Остоженке, дом 3. Я Роман Карлов, ведущий телеканала «Москва-24». Узнаем город вместе.